Здравствуйте. Сегодня я решила приготовить соус. У меня с прошлого года остался вот у меня красивый горький перец, сухой. Ну, так как он уже очень сильно сухой, поэтому к потреблению его не очень-то хочется использовать, поэтому я решила с него сделать соус. У меня, я убрала зеленые плодоножечки вот эти от перчика, помыла его, высушила. Вот у меня морковь крупно порезанная, и вот у меня крупно порезанный лук. Где-то в равных пропорциях. Ну, еще у меня вот есть соус. Паста, не соус, паста. Ну, хотя я буду добавлять и соус. Все вот эти наши ингредиенты я отправляю на хорошо разогретую сковородочку вот с растительным маслом. Овощи мои тушатся. Я сюда добавила с пол чайной ложки хмели цунели, лавровый листочек. И количество довольно-таки где-то с полстакана у меня растительного масла здесь. Накрываем все это мы крышечкой и тушим минут 10. Мне хорошо прожарились мои овощи. Я сюда добавила щепотку сельдерея замороженного и щепотку укропа. Также я сюда добавлю грамм 50 соевого соуса. Я не солю пока. Все это будем делать потом. И добавляю сюда где-то с полстакана кипяченой горячей водички. Как я уже говорила, сковородки такие не любят контрастного душа, поэтому надо водичку сюда лить кипяточек. Где-то с полстаканчика. Вот так вот достаточно будет. Все ставим на маленький огонь и пускай еще тушится минут 5. Ну вот, в общей сложности я протушила нашу смесь, будущий соус. Ой, не видно ничего. 15 минут, выключаю и даю чуть-чуть остыть. Наши овощи подостыли. Я отправила их в блендер. Сюда же я добавляю томатная паста, разведенная у меня 3 столовыми ложками водички. Отправляем сюда же. И все это взбиваем. У кого нет блендера, ничего страшного, можно сделать это на мясорубке. Эту смесь я отправляю на сковородку. Добавляю туда щепотку сахара, соли. Добавляем приправы по вкусу. Если нам будет сильно густоватенько, я добавлю еще водички кипяченой. Отправила я нашу массу на сковородочку. При желании можно было это протереть через ситечко. Ну, я решила косточки оставить. Так, наверное, не знаю, мне так больше нравится. Вот, добавила сюда с полстакана водички. И теперь буду тушить до готовности. Протушилась у меня на сковородке еще минут 15. И теперь я складываю это все в баночку, закрываю крышкой и ставлю в холодильник. К мясному блюду, к шашлычкам, к борщу прекрасное дополнение. Поэтому пробуйте, делайте. Я буду очень рада, если вам это все понравится. Вот наша аджика соус отправлена в баночку. Ароматная. Я, честно, попробовала. Ох, очень-очень горькая. Но в то же время есть люди, которым это нравится. У меня муж любит такое. Поэтому не выбрасывайте старый перчик, который вам уже вроде бы не нужен. Дайте ему вторую жизнь.